Друзья мои, всем доброе утро. Я вас опять вітаю по-українськи на моем канале, друзья мои. Я очень рада, что вы иногда заходите на мой канал. Спасибо вам большое, друзья, за поддержку. Сегодня у нас 6 января, и хочу поделиться тем, что все-таки рождественский будет вечер вечером. Да, и у нас радость. Поэтому дедушке нашему стало лучше. И поэтому я хочу всех вас поблагодарить. Спасибо большое за поддержку. Несмотря на то, что были такие перед этим эмоции, я поделилась с вами. Но теперь хочу поделиться радостью. Спасибо большое за то, что вы все-таки меня поддержали. Спасибо большое за то, что у меня есть такие прекрасные подписчики. Друзья, я работаю только для вас. Пишите. Может быть, придет время, и мне очень хочется познакомиться с многими из вас, здесь пообщаться. А сейчас что? Хочу показать сегодняшний мой день. Собираю. Дедушке стало легче, поэтому бабушку оставила с ним. Сама приехала, потому что ему уже легче. И я хотела сказать, вот, как бы, знаете, вот нас с детства учили всегда меня бабушка учила вот этой богобоязни, да, называется. Вот, я всегда знала, что мы, не бывает все просто так, да, все. Сейчас уже со временем это понимаю. Понимаю, что имею какой-то там, скажем, я не хочу сказать, что большой, какой-то жизненный опыт, какой-то там трудовой опыт, какой-то там опыт в бизнесе, во всем есть немножко, потому что, говорят, да, я скорпион по знаку зодиака, поэтому, а скорпионы, они всегда берут как можно все тяжелее для того, чтобы это все сделать и пронести. Вот. И я надеюсь, что и кому-то делаем от этого лучше. Вот. Сегодня все-таки я коснулась той темы, что с детства меня бабушка учила богобоязни. Мы боялись, нас учили, что Бог есть, поэтому надо всегда бояться. Теперь я понимаю, почему. Потому что в детстве очень много энергии, очень много вот этого непослушания. Ты говоришь, что надо вот так вот сделать, а в голове тебе родители говорят, а в голове-то не хочется слушаться. Точно так же, как и бывает на работе, да? Когда лечо, друзья, положу, там же дедушка и бабушка, поэтому я положу им лечо. Я хотела, думаю, вначале, может быть, огурец, помидорчик, что-то такое. Потом, думаю, положу лечо в маленькую баночку. Очень хорошо, есть такие маленькие баночки, которые как раз подходят для больницы. Не захотят кушать, значит, я его заберу назад. Там, если даже, скажем, главное, что начал кушать. Вот чем хорошо, что... Вот детское питание чем хорошо? Оно для детей прекрасно. И когда уже человеку за 80, это тоже уже считается как взрослый, как уже такой вот ребенок. Да, получается, мы вырастили своего ребенка, теперь имеем внука и смотрим за родителями. Когда была моя мама, мы видели, значит, около 80 лет они уже... Такие, как дети. Понятно, и мы будем такие же, друзья, и мы будем такие же. От этого мы никуда не денемся, потому что жизнь такова. Жизнь такова, что сделаем и по-другому, как бы человечество не хотело. Они хотят, хочется жизни чем подольше, хочется молодости чем подольше, да, хочется быть молодым. Но, к сожалению, надо принимать реалии, потому что быть все время молодым, невозможно. Посмотрим сейчас вот на Аллу Пугачеву. Посмотрим на вот эту, которую я вначале начала. Мне хотелось... Я посмотрела, как Шер начала свою деятельность. И я сама вот сказала вам, да, что имею очень много энергии. Поэтому и решаю вопросы так, как я умею. То есть, когда мне плохо, я кричу. Когда мне плохо, я кричу на всех, кто рядом, на всех, кто, может быть, и попадает случайно в это поле.
Вот, но вот таков у меня, сколько я не собиралась справиться с собой, конечно, я над собой работаю, потому что нельзя людей обижать, я с этим согласна. Да, но у меня попадают под раздачу те, которые, как я считаю, те, которые персики дедушке ложу. У меня попадают под раздачу те, кто виноват. Я так считаю. В данном случае, когда мы везли дедушку, и я считаю, что доктор должен помочь, поэтому доктор действительно должен помочь. Он и есть доктор. Он не должен... Где бы ты доктором не был, или в большом городе, или ты в маленьком селе, везде ты должен быть доктором. То есть я считаю, что послание доктора, призвание доктора – это помогать людям. Вот. Это такое мнение, это такое мое устоявшееся уже мнение. Поэтому я думаю, что это так. Да. Ну, сегодня хотела вам все-таки поговорить о том, что вот то, что, да, как я говорю, раньше я не верила. Просто слушалась бабушку, дедушку, там маму, которые рассказывали. Рассказывали о Боге, в душе я знала, что, конечно, Он есть. Конечно, Он есть. Ничего не бывает просто так. Но сегодня, в преддверии Рождества, нашему дедушке стало лучше. И как не поверить? И как не поверить, друзья? Я надеюсь, что, да, сколько, как говорится, сколько дано, столько он и проживет. Ну, прежде всего, не хотелось бы, чтобы мучился человек. Ну, вот хочется, чтобы всем нам было хорошо. Поэтому радуемся от того, что нам хорошо. И, как я говорила, пройдя вот такой вот, я считаю, что это небольшой возраст, да, где у меня уже какой-то создался опыт. И когда думаю, вот дети у нас имеют одно мировоззрение, потому что они жили в этом, жили в одном периоде. Несмотря на то, что мы их учили, вот считайте, мы учили на свой лад, по-своему, да, но мы им прививали то, оказывается, что написано в Библии. Я так посмотрела, ну, начала читать Библию с того момента, как не стала мамы моей, когда ушла мама. Оказывается, нас всю жизнь учили чему? 10 заповедей Библии. Не вбей, не вкради, не обидь человека, не... Вот быстро хотела сказать, собираюсь, и поэтому вот так вот. Значит, самое главное, вот все эти заповеди в Библии к чему сводятся? Самое главное, люби ближнего, не обижай других и уважай. То есть то, что я все время и говорила. Уважай другого или обращайся к другому так, как хочешь, чтобы обращались к тебе. И будет все хорошо. Будет все хорошо. Я хотела все-таки, поскольку включила сегодня, потому что хорошее настроение. Собираюсь сейчас в больницу, думаю, что все хорошо. Все-таки есть врачи и от Бога, есть хорошие врачи. Хочу, конечно, похвалить. Вот я сама из Днепропетровска. Кто-то там возмущается и кричит, нет такого города Днепропетровск. Есть город Днепр. Друзья мои, кто не живет здесь, тот будет так кричать. Один запорожец мне такое сказал. Ну, я хочу сказать, как бы вы город ни назвали, Днепр, Днепропетровск, Катеринослав, он хороший город. Он прекрасный город, мне он очень нравится, наш прекрасный город. Но я еще раз возвращаюсь к нашим врачам. Очень много их благодарили, и я благодарю нормальных врачей. Те врачи, которые, как называется, от Бога. А те врачи, с которыми я встретилась, это гнойно-септическая, которые пришли как коновалы, дедушки надавили этот Бог. Ну, короче, как живодеры, одним словом. Это не врачи.
И потом мы поехали в нашу больницу скорой помощи. Больница скорой помощи, все-таки хочу сказать, это больница, я о ней слышала не один раз, нас в Днепропетровске. Никогда не случалось встречаться с ними, с врачами больницы скорой помощи. Ну, действительно, врачи, медсестры, санитарочки, все действительно с душой. Там сразу же санитарочки прибежали. А что? Что вам помочь? Все поприносили. Я такого отношения хорошего еще не видела у нас в Украине. Вот все-таки прожила более 50 лет, но, к сожалению, но увидела, друзья, все-таки я не раз слышала о нашей больнице скорой помощи хорошие положительные отзывы. И еще раз хочу сказать на всю страну, и вам, дорогие мои, и все, кто меня смотрит и слушает, хочу сказать, что действительно больница скорой помощи в городе Днепре – это лучшая. Хочу поставить три знака восклицания. Три знака восклицания. Ну, а сейчас еще раз позвольте поздравить вас с наступающим Рождеством, пожелать вам счастья, успехов, здоровья и радости всегда. И несмотря на трудности, то есть трудности преодолеваем всегда на позитиве, всегда положительны. С наступающим вас Рождеством, друзья мои! Подписывайтесь на мой канал, кто не подписался, а кто подписался, я вас люблю, дорогие мои!